Кофемашина для тех, кто любит экспериментировать со вкусами. Кофемашина упакована в большую коробку. В комплекте идет тюбик со смазкой, мерная ложка, тестовая полоска для проверки жесткости воды, фильтр для очистки воды. Модель достаточно высокая, но занимает немного места. Корпус из пластика, белый, что нетипично для кофемашины, с серебристыми вставками. Кофемашина варит две чашки напитка одновременно. В нее можно засыпать как молотый кофе, так и зерна. Емкость отсека для зерен 275 граммов. Кофемолка тут с 12 степенями помола. Резервуар для воды объемом 1 литр 800 миллилитров. Капучино автоматический, системы подачи молока без трубок, поэтому его очень легко мыть. Сенсорная панель удобная и понятная, с большим выбором напитков. Эспрессо, лунго, американо, капучино, латте, макиато. Позволяет настроить крепость напитка, размер порции, объем пены и температуру. У машины есть программа самоочистки и фильтр Aqua Clean. Позволяет готовить до 5000 чашек кофе без очистки от накипи. Машина сообщит, когда пора будет провести очистку. Еще одна полезная функция – подача пара и горячей воды. То есть можно не только готовить кофе, но и заваривать чай. В этой кофемашине от Philips есть все необходимое. Она автоматически готовит самые популярные напитки и не требует тщательного ухода.